Правительство России одобрило проект соглашения с Южной Осетией о порядке вхождения ряда ее подразделений в состав Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. В настоящем соглашении под вхождением отдельных подразделений в состав Вооруженных сил Российской Федерации понимается прием граждан на военную службу по контракту и направление их для прохождения военной службы в российскую военную базу в добровольном порядке, говорится в тексте документа. Напоминаем, что данный проект был представлен Министерством обороны России. Теперь же предложение о подписании документа будет представлено президенту страны Владимиру Путину.